Дорогие друзья, эта новость поступила из самого крупного российского телеграм-канала. Вчера вечером в центре Москвы под колеса автомобиля попала известная российская актриса Яна Троянова. На данный момент она уже госпитализирована и находится в больнице. Только вот подробностей, к сожалению, мы не знаем. Сотрудники полиции сообщают нам о том, что водитель, который совершил наезд на данную актрису, скрылся с места происшествия. Сейчас его поисками занимаются сотрудники полиции. Оставайтесь, друзья, с нами на нашем YouTube-канале, не переключайтесь. И уже завтра на утро мы сообщим вам интересные подробности этой трагедии. Будьте всегда с нами, мы стараемся делать для вас интересные новости, и кроме нас вам об этом никто не расскажет. До скорой встречи, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И будьте всегда с нами, друзья.